Для детей был организован настоящий праздник. Хорошее настроение помогали создавать аниматоры. А чтобы поддерживать спортивный настрой, устроили разнообразные конкурсы. Во время проведения торжественной части депутат городского собрания Сочи Владимир Тарасян вручил благодарственные письма руководителю компании, которая строила объект. Площадку открыли еще 31 мая, в канун Дня защиты детей. По словам депутата городского собрания Сочи Владимира Тарасяна, здесь все сохранено в первозданном виде. Ребята бережно относятся к подарку, сделанному им. Площадка отвечает всем необходимым требованиям. И что самое главное, она безопасна. Все необходимое здесь есть. На этом месте раньше была бетонка, заброшенная территория. Ни ограждения, ни ливневок, никаких покрытий, ничего этого не было. Ко мне как к депутату обратились жители, попросили о том, чтобы мы здесь выделили денежные средства. Из внебюджетных средств полностью отремонтировано, сделано, как вы видите, с достойным покрытием, с граффити, с освещением, с камерами. Сейчас площадка – место притяжения детей целого микрорайона. Ребята играют в футбол, волейбол, баскетбол. Для занятий спортом здесь созданы все условия. Теперь в планах депутатов ремонт площадки на улице Инжирная. Облагородить территорию задумано до марта следующего года. Обычно за год депутаты одного округа городского собрания Сочи приводят в порядок 3-4 детских площадки. Благодаря взаимодействию граждан с депутатским корпусом в городе появляются такие социальные объекты, где дети могут проводить свое свободное время. Валерия Осадчая, Дмитрий Говорков. Время новостей.